Отож, друзі, повертаємося до студії. Вже радий представити нашого ранкового гостю, директора Миколаївського міського палацу культури і урочистих подій Людмилу Бондар. Доброго ранку вам. Доброе утро. Дякуємо, що ви з нами. Доброе утро, Николай. Итак, сегодня поговорим на тему, которая приятная очень, потому что, как оказывается, 50 лет уже, да, дворцу. Что и как будете отмечать? Ну, дворец на самом деле старше само здание, это памятник архитектуры, многие его знают, это здание бывшей общественной библиотеки, которая была построена еще давно-давно, в 1894 году. Помнит его, много. Да, помнит это здание много, и говорят, что библиотека не прекращала свою работу даже в годы войны, то есть она работала всегда, и... В конце концов, так разрослась, что места ей там стало мало, и в 1963 году наши депутаты, исполнительный комитет городского совета принял решение о переселении. Предоставили более комфортное, большое здание уже, и это библиотека имени Гумилёва сегодня. А стал вопрос, что же делать с этим зданием, что там размещать. Потому что, да, там большие просторные залы, оно... очень красивая само по себе. Вот, я уж не знаю, кому там в голову мысль пришла такая светлая, но решили все-таки сделать там. И мы нашли в документах, с удивлением узнали, что здание наше в документах называется «Домом счастья». Угу. Дворец счастья, дом счастья. Для нас это было открытием. Конечно, мы стали искать другие документы и собирать историю по крупицам. Оказалось, это достаточно сложно, потому что информации в архивах либо мы найти не можем, либо ее очень мало. Но сегодня, я думаю, зрители впервые увидят кадры уникальные, да. Архивные кадры, да, 1966 года, о том, как совершалась перестройка этого здания под нужды молодоженов. Интригу сделали, я предлагаю тогда уже и показать, да. Что же это за кадры. Так что, друзья, смотрим. Скоро під склепінням цього старовинного будинку урочисто зазвучить весільний марш Мендельсона. Він і вона вийдуть із кімнат нареченого та нареченої і рука в руку пройдуть до церемоніал-зали. Тут, під полум'яніючи барвистим гербом держави, вони скажуть одне одному: «Так, ми назавжди разом». А потім в бенкетній залі їх вітатимуть рідні і друзі. Музика, квіти, посмішки – це запам'ятається на все життя. Так буде в новому будинку щастя, який відкривається незабаром. А зараз давайте знов вирушимо у мандрівку по залах і подякуємо тим, хто залишає часточку своєї душі в цих розписах. Ці розписи у сучасному стилі з графіто зробили миколаївські художники Федір Пронюк, Григорій Перцев, Віталій Леус та Олександр Купрін. А чудові вітражі з пластмаси, які, до речі, виробляють тут же, виконують В'ячеслав Козловський, Анатолій Завгородній та Віталій Золотухін. Через кілька днів художники заберуть свої фарби і підуть. Але після них залишиться краса, яка даруватиме людям теплоту і добрий настрій багато-багато років. Ось так, такі унікальні кадри, насправді, вдалося побачити. Да, спасибо вашому колегі Вадиму Кірчеву, то він цифрував цю запис, тому що, звісно, вона була і без звука, лента, кінолента, і, в общем-то, її треба було адаптувати до сучасним средствам технічним. Тому хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всім. Ми продовжуємо збирати архів нашого дворца, тому якщо у кого-то є відео, особливо це відео 80-х років, їх дуже мало, вже в 90-х стало більше. Мы обращаемся, просим нам помочь, а мы вам поможем их оцифровать, если у кого-то это в пленочном варианте. То есть будем, так сказать, дружить. Войдите в историю. Да, да.
как бы обращаемся с просьбой дать нам возможность воспользоваться, пополнить наши архивы такими уникальными, потому что время идет и, к сожалению, остается не так уж и много, как оказалось. Ну а дворец продолжает жить, каждая новая эпоха вносит свою нотку в его деятельность. И, в общем-то, историю дворца можно разделить на несколько периодов. И новый период начался в 2001 году, когда помимо торжественных обрядов во дворце стали проводиться и другие мероприятия для семьи, организация семейного досуга, работа школы молодой семьи. То есть все это было ново, очень интересно, и я думаю, что очень полезно, потому что очень многие молодые пары воспользовались этими услугами. Мы верим, что как бы это хорошо отразилось на их семейной жизни, потому что продолжают к нам приходить юбиляры разного возраста, семьи. И мы тоже там сейчас предоставили... из тех, кто зафиксированы, максимальная какая цифра семейного супружеского? Ну, в общем-то, есть бриллиантовые, то есть есть 65 лет. Угу. 65 лет. Возможно, есть и больше, но как бы люди уже не могут к нам обратиться по состоянию здоровья. Многие, к сожалению, пары уже... Кто-то остается один, один уходит раньше, другой позже. Но, тем не менее, этот год юбилейный, поэтому мы приглашаем всех юбиляров, независимо от того, сколько лет вы в супружеской жизни. Если у вас юбилей, мы вас ждем, приходите, пожалуйста. Вот это дворец сегодня. Вы видите, что залы преобразились, потому что был еще второй этап такой масштабной перестройки и ремонта этого здания, где принимала участие другая уже группа, другое поколение художников. Возглавлял это движение Иваницкий, то есть как бы там работали мастера, вы видите и замечательный гобелен, который сохранился. Сегодня мы уже дворец-музей. Вот, нравится кому-то это или нет, но по большому счету сегодня заменить такую раритетную, уникальную вещь пока мы еще не придумали чем. Но, к счастью, в планах уже сейчас есть у нас планы по реставрации этих зданий, потому что действительно и внешние стены значительно очень повреждены. И сейчас ведутся работы по составлению рабочего проекта на ремонт и реставрацию. Это будут глобальные работы, и в следующем году... Но долго дворец же не может не работать, поэтому я так понимаю, что это оптимальное время. Я думаю, что это будет, да, мы будем учитывать, потому что, конечно же, мы не закроемся. Если я не представляю, как можно закрыть наш дворец. Тем более там жизнь сегодня кипит, и мы опять готовимся ко дню города, потому что все учреждения культуры, а мы с 2014 года являемся уже учреждением культуры, и, в общем-то, принимаем активное участие во всех городских мероприятиях, потому что у нас сегодня есть и свои творческие коллективы, и при этом, конечно же, мы уделяем большое внимание нашим молодоженам. По-прежнему это наша изюминка, это наши дорогие гости, мы их очень любим и ждем всегда. Если говорим о Дне независимости, какие мероприятия уже готовятся? По Дню независимости как раз мы здесь немножко не наша тема, но скажу то, что как бы по нашему учреждению мы дружим с детьми. У нас есть подшефная, так сказать, организация, это детский реабилитационный центр на Водопое, и куда мы ездим с игровыми программами, познавательными программами, поэтому, как правило, такие праздники, то есть мы их как бы даем им понять первые азы, так сказать, в игровой форме о том, что такое конституция, о том, что такое державный прапор и так далее. Мы дружим с 20-м детским садом. Вот как раз День Незалежности мы будем проводить с детками. Угу. Если говорим о параде карапузов, он тоже сейчас готовится. Парад карапузов ежегодно проводится, уже в этом году будет 7-й раз проводиться в день города. Опять ждете шедевры? Ждем, ждем, потому что это действительно фестиваль родительского креатива. Все это они делают, иногда просто удивляешься, как им это удается. И мы приглашаем на 16 сентября. В этот раз у нас будет настоящий марш. Мы планируем от Соборной площади пройти в Каштановый сквер, и уже там будет разворачиваться мероприятие, но это будет красочное шествие от нашей центральной площади, городской площади, на место постоянной нашей дислокации в Каштановом сквере. Приглашаем всех родителей. Я знаю, желающих всегда очень много, и много идей у родителей. То есть в этом году праздник должен быть особенным. Регистрация, как всегда, заранее? Регистрация
раз уже мы объявляем, уже принимаем заявочки в одном из наших дворцов. Телефоны у нас есть, группа в Фейсбуке, поэтому можно посмотреть «Палас урочистых подей». Там будут, если не сегодня, то завтра уже опубликованы формы заявок, телефоны наши контактные. То есть сейчас могу сказать 37 28 24 и 47 46 26. Это телефоны, по которым можно пообщаться с нашими работниками, уточнить нюансы проведения этого мероприятия. Так что, друзья, у вас есть время еще подготовить коляску, скажем так, сделать апгрейд ей, продумать, какой это будет образ и для карапуза, и для коляски для родителей. Да, и напомню, что в этом году у нас День города под брендом «Место мое солнечное», поэтому будут приветствоваться, я открою по секрету, тем, кто слушает вашу программу, вот они уже бонус, у них, я им даю намек, то есть будут приветствоваться соответствующие цвета, то есть цветовой бренд будет, то есть оранжевое, желтое, все, что связано с солнышком, поэтому есть шанс как бы набрать больше баллов. Да. Вот так. Так что, друзья, будьте с новым днем, у вас будет... плюсики, скажем так, уже в карму. Совершенно. И не только, но и плюсики еще в рейтинговой таблице. А вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию, проанонсировали мероприятие. Вас поздравляем с тем, что 50 лет уже дворцу, и желаем еще очень много лет, ну и, конечно же, скорейшей и быстрой реконструкции, реставрации. Да. Спасибо. Вам спасибо большое.